ешьте чеснок каждый день и смотрите, что с вами случится. Чеснок – это новая суперъеда, которую мы употребляли веками, но только теперь осознаем все преимущества этого небольшого растения. Сегодня можно часто услышать лозунги «нет жестокости и 100% натуральный». Их нельзя отнести к обычной рекламной шумихе. Люди переходят на органический образ жизни и делают здоровое питание частью повседневной жизни. Вы предпочли бы, чтобы ваш организм употреблял аптечные химикаты или полезные свойства натуральных продуктов? В вашем саду так много растений с фантастическими лечебными свойствами, и одно из них – чеснок. Думаем, вы не знали о том, что Гиппократ популяризировал чеснок в медицине. Он был одним из первых врачей, рекомендовавших пациентам ежедневно есть чеснок для улучшения здоровья. Мы знаем 5 важных причин, по которым стоит ежедневно есть сырой чеснок. Вы увидите значительные изменения. Так что неважно, боретесь ли вы с вампирами или с обычной простудой, кажется, у нас для вас есть идеальное оружие. А еще мы расскажем вам, как быстро избавиться от чесночного запаха. Номер 1. Чеснок понижает кровяное давление. Китайские врачи много веков используют чеснок для лечения повышенного давления. Японские власти одобрили его в качестве средства понижающего давление. Мы могли бы сомневаться. Но зачем? Эти страны известны своей нетрадиционной растительной медициной, которая и правда работает. Чтобы минимизировать риск инфаркта или инсульта, нужно следить за давлением. Если у вас с этим проблема, особенно постоянно повышенное давление, вы, наверное, знаете все виды необходимых вам лекарств, но подумайте о ежедневном употреблении сырого чеснока. Согласно научным исследованиям, чеснок стимулирует выработку элементов, расслабляющих кровяные сосуды. Примерно 12 недель достаточно, чтобы значительно понизить кровяное давление. Разве не здорово? Номер 2. Чеснок борется с бактериями и повышает иммунитет. Маленькие белые зубчики чеснока служат прекрасными щитами для иммунитета. Они защищают организм от злобных бактерий и не дают вам подхватить простуду. Если принимать таблетки от простуды или другого заболевания, иногда система пищеварения выходит из-под контроля. Главная причина – дисбаланс полезных и вредных бактерий в организме. Чеснок действует как натуральный антибиотик и помогает полезным бактериям работать быстрее, защищая иммунную систему. Он убивает вредные бактерии, но в отличие от аптечных антибиотиков, не трогает полезные. Растение содержит элемент, известный как аллицин, имеющий антимикробный эффект. Это натуральный усилитель иммунитета, который помогает телу бороться с инфекцией. Интересно знать, что обычная простуда – это одно из самых распространенных заболеваний в мире. Она так заразна, что проще предупредить ее, чем лечить. Ежедневное употребление чеснока поможет не только побороть симптомы, но и предотвратить болезнь. Ежедневное поедание чеснока может снизить количество простуд на 63% и уменьшить продолжительность симптомов на 70%. Разве не прекрасные цифры? Номер 3. Чеснок предотвращает рак. Такого вы не ожидали, правда? Однако чеснок может остановить развитие раковых клеток, помочь укрепить ДНК и ускорить размножение клеток. Чеснок богат различными витаминами и минералами. Настоящая супертаблетка. На самом деле он содержит понемногу практически всего необходимого нам. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, нужно съедать от 2 до 5 граммов свежего чеснока в день, примерно один средний зубчик. Вы могли бы сказать, что этого пункта уже достаточно, но погодите. Номер 4. Чеснок помогает в детоксикации. Давайте будем честны. Не все мы едим только здоровую пищу. Иногда мы с удовольствием вгрызаемся в фастфуд, принося в организм токсины. Чеснок может здорово помочь очиститься от токсинов, паразитов и остатков медикаментов, с которыми не справляется печень. Он помогает ей в работе. Функцию печени стимулируют витамины А, В и С, содержащиеся в чесноке. Если вы просыпаетесь по утрам с несвежим дыханием и мешками под глазами, это знак от печени, что она перегружена. Чеснок в помощь. Если ежедневно съедать зубчик чеснока на голодный желудок, ваша кожа станет гладкой, молодой и светящейся, потому что он помогает печени очистить организм. Любой, кто борется с несварением или плохим аппетитом, просто обязан попробовать чеснок как эффективное лечение. Звучит многообещающе. Номер 5.
лечение от среднего и тяжелого кашля. Хотите избавиться от простуды и борьбы со всеми этими утомительными симптомами? Многие люди используют комбинацию чеснока с витамином С, чтобы поддерживать максимальную скорость работы иммунной системы. Сильный кашель вызван раздражением горла. Его можно эффективно вылечить горячим чесночным напитком, который снимает боль. Для приготовления чесночного чая нарежьте зубчик чеснока и залейте кипящей водой. Дайте чесноку настояться несколько минут, чтобы получился крепкий напиток. Если вам не нравится запах, добавьте немного меда или имбиря. Эффект появится почти сразу. Наслаждайтесь успокаивающим ощущением в горле, которое дарит чесночный чай. Ваша пищеварительная система тоже будет вам благодарна за это угощение. Кстати, мы все знаем, что чеснок обычно называют «вонючей розой». Не очень честно, учитывая все то, что мы услышали об этом суперрастении. Но некоторые люди не любят запах сырого чеснока. Так что вот советы о том, как от него избавиться. Выбирайте свежий и пухлый чеснок. Чем свежее головка, тем меньше она пахнет. Убирайте все зеленые ростки и зубчиков, их запах сильнее всего. Промывайте измельченный чеснок, чтобы удалить пахучие масла. После чеснока съешьте йогурт или выпейте стакан молока. Оба помогут освежить дыхание. И, конечно, чистите зубы, чтобы убрать все оставшиеся кусочки чеснока. А теперь бонус – чесночная помощь. Чеснок обладает антимикробными свойствами из-за аллицина. По этой причине он широко используется в лечении ушных инфекций и многих других заболеваний. Просто нанизите на нитку крошечный кусочек чеснока и вытащите, когда почувствуете, что достаточно. Подводя итоги, добавим, что чеснок помогает отрастить красивые волосы, вылечить акне, облегчить псориаз, контролировать вес, вылечить грибок и многое другое. Не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями, чтобы сделать их здоровее. Жмите подписаться, чтобы присоединиться к нам на яркой стороне.